Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик, на канал о красоте, уходе за собой и еще немножечко больше. Сегодня хочу вас познакомить с новым брендом, с новой линейкой косметики, которая совершенно недавно пришла на российский рынок. Лично для меня я с ней познакомилась 1,5 месяца назад и уже спешу вас с ней познакомить. Данная косметика является именно профессиональной косметикой, точнее линейка данной косметики является профессиональной, ей пользуются косметологи, но она спокойно возможна для использования дома. Что может быть круче на самом деле, когда вы можете пользоваться качественной продукцией у себя дома и не нужно платить за это косметологу, приходя к нему в косметологические кабинеты и тратить на это очень много времени. Итак, сегодня я вас познакомлю с косметикой, которая называется MDCeuticals. Это косметика производства Великобритании и она предназначена для любого типа кожи, для всех типов кожи точнее. Она является гипоаллергенной и никомедогенной. Для меня на самом деле это два несравненных плюса, когда косметика по помимо того, что она является гипоаллергенной, так как у меня чувствительная кожа, она еще и не комедогенна, потому что моя кожа, она склонна к образованию комедонов, она склонна к образованию прыщечков, подкожников, воспалительных элементов, и я об этом вам говорю постоянно. То есть моя кожа, как лакмусовая бумажка, если какой-то компонент ей не нравится, то моя кожа, она выдает сразу же информацию о том, что что-то не так. И это на самом деле даже очень хорошо. Любой уход начинается с очищения, и сегодня я вас познакомлю с для меня совершенно не типичным продуктом. Это молочко UltraSense от бренда MDCeuticals. Могу вам сказать, то, что данное молочко идет в лаконичной упаковке в объеме 200 мл, на крышке есть дозатор и имеет очень даже приятную одушку. Данное молочко, оно является действительно просто молочком молочков во всем его понимании, как обычное молочко. Но это молочко предназначено для очищения кожи от ежедневных загрязнений, пыли, грязи, себиума. Еще также данное молочко, оно предназначено для очищения кожи от макияжа. То есть, в принципе, вы можете смыть макияж. А что же, чем же обладает данное молочко? Оно, помимо того, что очищает, оно обладает защитными, восстанавливающими и увлажняющими действиями. На самом деле, это очень здорово, когда можно мягко очищать кожу, хорошо и мягко очищать кожу, не травмируя ее, еще и восстанавливать. И первый этап будет, помимо очищения, еще и увлажнение. Активные компоненты данного молочка – это витамин Е, церамиды и молочная кислота. Что могу вам сказать? Данное молочко очень просто в применении. На влажную кожу мы наносим данное молочко круговыми движениями. Помимо лица еще его наносим также для очищения зоны шеи, декольте. Девочки, не забываем об этом, потому что очищение лица, шеи, зоны декольте – это наша визитная карточка на все времена. Оно должно быть цветовая гамма шеи, лица – и декольте, они должны быть гармоничными и желательно идентичными, потому что когда мы увлекаемся очищением только лица и забываем про шею и зону декольте, это на самом деле очень даже заметно. Могу сказать вам от себя, после использования данного молочка действительно кожа, она мягкая, она очищенная, нет ощущения очищения такого, как после гелей, либо пенков, либо мыла. Это молочко, оно не до скрипа очищает, оно очищает так, оно очищает очень-очень мягко, то есть вы почувствуете то, что ваша кожа, она такая же мягкая, увлажненная, она даже немножечко напитанная, я вам могу сказать, но после этого молочка я рекомендую использовать тоник. Без тоника, к сожалению, после этого молочка использовать дальнейший уход достаточно тяжковато. Если у вас жирный тип кожи, то вы будете через несколько часов блинчиком. У меня кожа нормальная, комбинированная, и когда я убрала просто ступень тонизирования и нанесла крем после данного молочка, через пару часов я превратилась просто, знаете, в такой блинчик. У данной линейки MDCeuticals есть тоник, он является мультиактивный, укрепляющий, он тоже также подходит для всех типов кожи, и он помимо того, что очищает кожу от остатков макияжа и загрязнений, также он сужает поры и должен активизировать обменные процессы и увеличивать эффективность профессиональных и дальнейших процедур. Я могу вам сказать от себя, на самом деле заявление, то, что данный тоник, он должен хорошо очищать, он, кстати,
этим справляется, я это увидела. Данный тоник идет в объеме 100 мл, имеет помпу-распылитель, и для меня это оказался минус, потому что данного тоника здесь всего 100 мл, его достаточно, очень много нужно напшикивать на ватный диск и протирать кожу, но этот тоник очень круто работает на коже, он очень хорошо ее очищает. И действие данного тоника направлено на противоотечное, противовоспалительное, антиоксидантное и восстанавливающее действие. Могу вам сказать то, что данный тоник с утра это просто палочка-выручалочка. Когда вы, к примеру, вечером любите попить чаек, либо водичку, и если пользоваться данным тоником и утром, и вечером, в принципе, ваша отечность, она будет уходить, поверьте мне, я любитель на вечером попить водичку. Активные компоненты данного тоника это экстракт гамма-мелисса, алоэ вера, аллантоин и, конечно же, молочная кислота. Что могу отметить от себя? Молочная кислота для проблемной кожи, для чувствительной кожи, это просто палочка-выручалочка на самом деле. И вот данный тоник, он очень хорошо, еще раз повторюсь, очищает кожу, но после его использования нет ощущение, что вы стянуты, то, что у вас, знаете, как будто вы превратились в урюк. После использования данного тоника кожа действительно мягко очищенная. Вот это мягкое очищение во всей линейке использования MJCeuticals, оно присутствует постоянно. Нет ничего агрессивного, нет ничего пересушивающего. И это на самом деле очень важно для проблемной, чувствительной кожи, да и для жирной кожи это тоже несравненный плюс, потому что мы настолько привыкли, что если очищаем кожу, то прям должно быть очищение до скрипа, чтобы прям, знаете, там вот как провели по лицу, как по тарелочке из рекламы, правильно? А здесь такого вы не увидите, и при всем при этом вы увидите действительно хорошо очищенную кожу. И завершающим этапом в уходе за лицом это является, конечно же, питание и увлажнение. И здесь я вам сегодня вас познакомлю с кремом от MJCeuticals. Это восстанавливающий крем. Его действие направлено на восстановление защитного барьера кожи, питать, придавать упругость и обеспечивать регенерацию клеток, а также уменьшать количество морщинок. Данный крем можно использовать как утром, так и вечером. И это тоже, кстати, здорово. Данный крем идет желтого цвета, и он очень-очень быстро впитывается. Он достаточно экономичный, всего одного нажатия хватает на лицо, два нажатия, это зона лица, шеи, декольте, вам хватит просто поза глаза. Он очень, еще раз повторюсь, быстро впитывается, не оставляет жирной пленки, и при всем при этом он после него нет ощущения какой-то липкости, не надо ждать, когда он там высохнет. После его использования через несколько минут можно спокойно использовать свой, наносить, точнее, делать свой макияж. И это на самом деле здорово, когда вы очень торопитесь, опаздываете, когда нужно нанести крем, подождать, когда он впитается, когда там все подействует. Здесь намного проще, быстрее, и это несравнимый плюс. Также очень приятно, что данный крем имеет достаточно приятную одушку, и его упаковка это отдельно. Для меня, вы знаете, то, что я всегда делаю акцент на качество упаковки, именно герметичность упаковки здесь в этом креме присутствует. Его объем идет 50 мл, он идет в герметичной упаковке с дозатором бутылочки, и ко всему к этому носик данного кремушка всегда закрыт, у него есть такая крышечка-заглушечка, то есть абсолютно никакие бактерии туда не попадут, и уж точно там размножаться и свадьбы играть они не будут, и это очень-очень здорово. Подводя итоги, после использования данной линейки могу отметить от себя. Тоник мне понравился просто, ребят, это, знаете, это моя любовь, несмотря на то, что небольшой объем и он достаточно быстро расходуется, это реально тот тоник, который должен быть всегда. Он очень круто работает на коже и точно подойдет для любого типа кожи, он хорошо очищает, и ко всему к этому он очень хорошо успокаивает кожу именно от воспаления, он, знаете, как бы убирает воспаление, подчищает кожу, мне очень в нем понравилось. Что могу сказать о двух красавчиках, где присутствует витамин Е? После использования данной линейки всецело за полтора месяца я заметила то, что именно
воспалительные элементы, которые у меня были до использования данной линейки, они у меня возникали и появлялись. Сейчас воспалительные элементы, их становится все меньше и меньше, и практически их нет. То есть, как таковых гнойных воспалений на лице у меня больше нет. Но так как в этой линейке присутствует все-таки витамин Е, у меня стали появляться подкожники. И я виню себя в том, что косметолог, который мне назначила данную косметику, данного косметолога, кстати, зовут Ирина Сафронова, она живет в нашем городе. Все контакты на Ирину я оставлю, конечно же, в инфобоксе, проходите, смотрите. Я ей забыла упомянуть о том, что у меня есть определенная особенность на витамин Е, и на витамин Е у меня появляются подкожники. Но вот так исторически сложилось, что какую бы я продукцию не пробовала, какой бы я ни пользовалась, тканевые маски, уход, все что угодно, если есть витамин Е, у меня появляются подкожники. И я вам могу сказать, ребят, сразу же, независимо ни от чего, покупала я сама продукцию, либо она мне приходит на обзор, вы знаете, то, что я всегда делаю абсолютно трезвые обзоры, невзирая ни на что, потому что мне крайне важно, что тот человек, который после меня попробует данную продукцию с такими же проблемами, как у меня, либо близкие к этому, я хочу, чтобы он увидел также результаты. Мне хочется для вас открывать новые косметические бренды, новые горизонты для того, чтобы вы становились краше и чтобы вы решали свои проблемы в косметологическом плане, если у вас есть проблема с кожей, и она у нас с вами схожа. И если мне что-то подходит и оно мне нравится, я вам всегда советую. И по итогу, подводя итог, также могу сказать, если ваша кожа спокойно реагирует на витамин Е, если у вас то, что я вам перечислила, составляющие данной продукции, у вас нет никакой аллергической реакции, либо своей какой-то особенности, как, к примеру, у меня на витамин Е, то я смело могу вам порекомендовать, ребят, данную линейку. Да, она дороговатая, но она реально работает, она реально действует. И поверьте мне, сколько я не пробовала различных линеек в уходе за собой, данная линейка достаточно достойно вашего внимания, но единственный минус заключается в том, что она является дорогой. Но если взять соотношение цена-качество и расход, данная линейка, вот я ей пользуюсь полтора месяца, я могу вам сказать, что в принципе тоника мне здесь хватит еще месяца на полтора, может быть даже чуть побольше, но тоники это всегда расходный материал. Крем, здесь его еще приличное количество, я думаю, мне хватит его до декабря месяца, если не больше. Ну и молочко, которым я пользовалась регулярно утром и вечером, здесь я его использовала, наверное, ребят, четвертину, может чуть побольше. Нереально экономичные продукты, которые, в принципе, если соотнести цена и качество, они достойны вашего внимания. Так что, ребят, как-то вот такое мнение у меня сложилось о данной продукции. Если вам данное видео... чуть не упала. Если вам данное видео было интересным, полезным, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, пишите в комментариях, есть ли у вас какие-то вопросы, если есть, я обязательно на них отвечу. Все контакты, все ссылки на продукцию, чтобы вы более подробно с ней познакомились, конечно же, я оставлю в инфобоксе, проходите, смотрите, и в следующих видео, конечно, мы с вами скоро увидимся, берегите себя и своих близких, всех люблю, целую. Мы с вами увидимся в скором будущем в новом видео, надеюсь, данное видео для вас было интересным и полезным. Если так, то, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. И если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, оставляйте вопросы в инфобоксе и поделитесь своим опытом, пробовали ли вы когда-нибудь профессиональный уход за лицом. Если да, то какими марками, какое у вас сложилось впечатление и интересно ли вам, чтобы я дальше вас знакомила с продукцией M3Ceuticals. Если да, то тоже оставляйте, конечно, в комментариях. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Всем пока-пока.